мне кажется, он будет лучше. Смесь кадр, конечно, я иду с этим. Смотри, сыр маскарпоне. Там пакет не видно. Всем хай! И вы на канале Алина Гном. Сегодня у нас будет кукинг. Будем готовить торт из Pinterest. Я ставлю на голову Иры сейчас, в принципе, что мы хотим получить. Я надеюсь, у нас получится. Ну, короче, купили все ингредиенты, вы сейчас их увидите. Вот, да. Для начала мы их купили. А еще мы идем сейчас за шоколадкой, и потом мы возьмем или мороженое. И шоколад. Мы поняли, что мы не способны приготовить сами коржи, поэтому решили их как бы купить. Мы взяли вот эти самые классические, тут даже написано классики. Да, это сыр маскарпоне. Конечно же, сливки для всего остального. Это мы вот Орео решили добавить в крем, чтобы точно было. И вот две шоколадки в начинку. Итак, мы подготовили миску для крема. Да. Первый шаг – это вылить туда маскарпоне. Кому интересно, вы сейчас видите перед собой рецепт крема. А все? Да. Аппетитненько. Вот так, да, чтобы было все прекрасно, чтобы было сахар. Давай на полу в зоне. Ну, конечно. Чтобы на стенке. Слава богу, мы не на компьютере. Так, значит, мы все взбили, осталось Орео. Давай вот так. А давай. Значит, мы запускаем. Ну, нормально. Ну, как будто так много. Я вообще обожаю, когда большие крошки тоже есть. Ребята, мы включили Дарью Грач, но мы сейчас вам не будем показывать, потому что это не реклама. Еще одно взбитие долгое. Мы взбили. Девчули. Вкусно. Нет, пойдет. Вкусно. Нормально. Кислый какой-то, но пойдет. Вкусно. Она хотела эпично открыть коржи. Тебя заскамили, да, со двора. Пахнет. Странно. Так странно пахнет. Посмотрите, как выглядит, мне кажется, очень круто. Вообще, пропитку молоком делать нельзя, но мы будем. Вот, в общем. Все переложили. О, все размажем. А, ну так, ну ладно. Блин. Так. Ой. Какой ужас. Так ты прям сверху, да? Ты, кстати, взяла не ту насадку. Так у нас получилось. Мальчули, девчули. Берем класс начинку, шоколадку с маршмеллоу. Я не знаю. Вот так предыдущий. В общем, мы делали все то же самое, и вы это видите в ускоренном варианте. Вау. А еще у нас порвался пакет. У нас произошел фейл. Насадка слетела. Так, не надо, нам еще края. Ты че, нам еще края все закрывай. Ой, оно такое. Мы будем сейчас делать надпись цветную, и для этого у нас есть красители, это розовый и зеленый. Давай розовый. Да, мы сделаем надпись и украсим по бокам, возможно, или нарисуем цветочки. Так, теперь по бокам все делай. Что по бокам? По бокам ты хотела? Чуть-чуть прям, и мы тогда это посыпем Орео. О, вот так, да. У нас все время была проблема с насадкой, потому что в ней засрывали Орео. И поэтому пакет тогда порвался, и было сложно наносить все на торт.
Вот, смотрите, вот сделали мы вот это. Вот розовый, и сейчас посыпаем Орео. Ты так посыпаешь, что вот розового прям не видно. Ай. Аккуратно. Липсина. Поправка. Изначально мы хотели написать Липсина, но из-за проблемы с Орео мы не смогли и сделали сердечки. Вот так, чтобы там машинка вот ездила. Блин, все, будет просто сердечки. Все, вот так. О, он выглядит классно. Я тебе серьезно говорю. Later. Давай, пробуй. Давай ты первый. Я снимаю. Ну, что? Страшно? Так сделаем, так и на вкус. Но очень много. Он соленый чуть-чуть. Кислый. Да бисквита не чувствую вообще. Торт из остатков, ребята. Кажется, он будет лучше. Всем пока. Мы бежим на автобус. Пока.